Здравствуйте, друзья! На сцену вновь выходит фрау Матильда и защищает от коллекторов наше население беззащитное. Давайте посмотрим, что из этого у нее получается. Не судите строго, только первые попыточки. Ну, по-моему, уже победоносные. Итак, внимание! Ольга Анатольевна, могу услышать? Да, пожалуйста, здравствуйте. Что вам нужно? Это вы, да, Ольга Анатольевна? Совершенно верно, да. А вы кто? Я Зайцева Ирина Евгеньевна, специалист административного взыскания ООО «Актив Бизнес Коллекшн». Действующий в интересах ПАО «Сбербанк». Информирую о записи разговора. Ой, доигралась. Ну, что-то у вас. Ольга Анатольевна, так как мы с вами еще ни разу не связывались, для подтверждения данных, пожалуйста, назовите дату вашего рождения. Нет, извините, душа моя. Кому попало, я такие данные не даю. И вообще у женщины неприлично спрашивать, когда она родилась. Ольга Анатольевна, дело в том, что у нас для вас есть важная конфиденциальная информация. И чтобы я могла вам ее предоставить, мне необходимо быть уверенной, что данную информацию действительно предоставляют Ольге Анатольевне, а не третьему лицу. Дело в том, что у меня... жизнь хорошо протекает без третьего лица, без ваших информаций. Если вам что-то хочется мне сообщить, и вы сомневаетесь, в банке есть все мои данные. Напишите мне официальное письмо. Я ознакомлюсь со всеми вашими предложениями. Именно я получу его на почте, потому что отправите вы его заказным письмом, и все будет хорошо. Это же так просто. Ольга Анатольевна. Конечно, так просто, но, соответственно, хотелось бы данный вопрос решить уже сегодня. Кому хотелось бы? Я думаю, вам тоже была бы интересна данная информация. Давайте решать, а ерундой перестанем заниматься. Дату рождения и все остальное. Вы же мне звоните на мой номер телефона. Что вам еще нужно? Я беру трубку, я ей говорю, да, Ольга Анатольевна, что вам еще нужно? А что такого страшного в том, что ничего вы назовете дату страшного. Вашего рождения? Душа моя, ничего страшного в этом нет. Но я просто выражаю свое несогласие, сразу выстраиваю форму диалога такую, что у вас не получится диктовать мне условия. Все очень просто. То есть вы отказываетесь от предоставления данных, да? Мои данные предоставлены в полном объеме моему кредитору. Хорошо, Ольга Анатольевна, если я вам сейчас год назову, вы готовы подтвердить число и месяц? Назвать число и месяц. Еще раз повторяю. Если вам нужно что-то со мной обсудить, обсуждайте. Если вы решили потратить несколько минут моего драгоценнейшего времени на выяснение даты моего рождения, то это бесполезные попытки доминирования с вашей стороны. Я вас поняла. В таком случае, Ольга Анатольевна, данную информацию вам предоставить не могу. Данные вы также не требуете. Ну и подотритесь этой информацией. Всего своей. Доброго. До свидания. И вам не кашлять. Друзья мои, я так считаю, что задача любого автора простая. Последнее слово должно остаться за ним. Коллектор должен, разъединяясь, либо срываясь со связи, почувствовать, что его поимели. По-моему, фрау Матильда шикарно с этим справилась уже даже на первых своих попытках. Коллектор точно понял, что доминировать не получится. И вы заметите, да, как протекает разговор. На попытки коллектора, по ее великолепному, на ее взгляд, скрипту, да, способному там разрушить любую защиту, вот какие-то вбросы делать, и наша фрау Матильда элементарно с человеческой позиции, с той позиции, с которой может любой из вас выступать перед коллектором, берет и обрывает все ее попытки, что называется, полнейший такой нокаут. То есть ей нечего делать. Понимаете, ничего сложного. Простая демонстрация того, как человек может постоять за свои гражданские права, предоставленные ему Конституцией. Кто такой? Что за голос из трубки? Да почему я тебе должна говорить о чем-то вообще? Да в конце концов вся информация в банке есть. Кто вы вообще такие, господа коллекторы? Сейчас я задаю вам вопрос от лица всех слушателей нашего канала. Друзья, если вы не понимаете, что сейчас происходит, если вы только недавно, только сегодня, или там совсем недавно
наткнулись на наш канал, посмотрите как можно больше роликов, убедитесь, что ситуация совершенно не такая, как вам может показаться. Если вы ради развлечения оказались на нашем канале, я вам гарантирую часы веселого, откровенного смеха. А это само собой. Но вообще наш канал серьезный по большому счету, и мы в цели нашего канала ставится конкретная помощь людям. Людям, которые попали в трудную финансовую ситуацию. Даже просматривая этот канал, прослушивая ролики на нашем канале, вы получаете неоценимую помощь. В такой простой юмористической форме, в таком нехитром подходе вы обрастаете теми самыми необходимыми знаниями. Это вам может доказать очень уже много людей, которые на нашем канале просто переродились, просто стали другими абсолютно, просто разглядели то, что им должно принадлежать по праву, свободу, в том числе и финансовую, что никому никто ничего не должен. Если вы не можете отдавать кредит, пожалуйста, не отдавайте, только сделайте все грамотно. Либо сами, либо с помощью юристов. Не знаете, к каким юристам обратиться? Обратитесь в нашу компанию. Центр юридической защиты компания «Алям». В описании этого и любого другого ролика вы найдете ссылочку на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как работают наши юристы, алгоритм работы, что мы для вас сделаем, сколько это стоит, сколько времени пройдет, почему выгоднее, намного выгоднее, в десятки раз выгоднее обратиться к юристам, оплатить понятную услугу, четкое, конкретное, категорическое время, обозначенное не больше и не меньше, а точнее не больше, но вполне возможно и быстрее мы сделаем то, что положено нам сделать для вас. И избавиться полностью от всех долгов, какие у вас есть на данный момент. Да, полностью, я не шучу. Я не пытаюсь как-то так подходить с какого-то такого стыла к вам и пытаться вас перехитрить и дать неправдивую информацию. Все просто, заходите на наш сайт, посмотрите видео и все поймете. Там к минимуму сведено повторение юридических терминов. Все сделано, все представлено так, как понятнее будет простому человеку. Вот. Ну и формальные вещи, это, конечно, лайк с тех, кому понравился этот ролик, и, само собой, подписка. Если вы еще не подписались на наш канал, я категорически вам рекомендую подписываться. У нас каждый день выходят ролики, каждый божий день, и не по одному, а и побольше. Кроме юмористического подхода, есть личные обращения руководителя компании «Алям», собственной персоны, он отвечает на вопросы. Вы можете эти вопросы задавать в комментариях. Самые популярные вопросы, естественно, к ним максимальное внимание, и мы записываем обращение, где отвечаем на эти вопросы подробно. То есть, одним словом, становясь подписчиком нашего канала и постоянным слушателем, вы действительно получаете такой, знаете, заряд юридической грамотности, но в такой простой форме, в которой вам и не снилось. Вы пропитаетесь знаниями, которые помогут вам идти по жизни дальше. Ну и ссылочка на группу ВКонтакте, это само собой, она тоже есть в описании. Там все наши ролики дублируются. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. До свидания, друзья мои.